Всем приветики. Вот такую штуку купил для кота. Удочка-дразнилка. Вон она сидит, еще не подозревает. Неоновый хвостик. Так, интересненько стало. Смотрит. Так, сейчас, ласка. Подожди. Все, как там так накручено было, такая штука, кстати, мягкая очень, еще два глазика таких прикольных. Кто это, ласка, кто это, такая мягкая, два глазика, еще класс. Так. Кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс. Кто это, ласка? Кто это? Кто это, ласка? Ей надо познакомиться. Она еще не понимает, кто это. Кто это, ласка? Кто это? Кто это? Ласка, кто это? Кто это? Кто это, ласка? Ласка. Все, познакомилась, можно играться. Ласка. Это ласка, 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 ласка. Ласка, 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 ласка. 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 Она мягенькая, очень мягенькая. Коту должно понравиться. Потому что можно когтями схватить.
Маска. Как тебе, Ласка, первое впечатление? Ласка, молодец, молодец, поймала, поймала. Ленивая эта ласка стала, не хочешь ловить? Не нравится, когда по тебе ползают, да? Ласка, что такое? Ленивая ласка.